Исчезнувший пассажирский лайнер авиакомпании «Малайзийские авиалинии», на борту которого находились 239 человек, мог взорваться. Точнее, эксперты говорят о взрывной разгерметизации, когда давление воздуха падает и в кабине экипажа, и в салоне. Эта версия нуждается в проверке, так же, как и данные, поступившие с вьетнамского судна, которое предположительно обнаружило в зоне поиска нечто похожее на обломки лайнера. Официальные лица Малайзии не снимают с повестки дня и версию теракта. «Мы пока не снимаем с повестки дня версию об угоне. Хочу отметить, что для нас главное сегодня найти самолет. Как только мы его обнаружим, мы можем с большей точностью установить, что же с ним случилось», — заявил глава гражданской авиации Малайзии Аджураддин Абдал Рахман. Ранее он сообщал, что лайнер мог развернуться незадолго до исчезновения, причем разворот не был согласован с диспетчерами. Боинг 777 малайзийских авиалиний, выполнявший рейс Куала-Лумпур-Пекин, пропал с радаров в ночь на 8 марта. Как выяснилось, несколько пассажиров летели по чужим паспортам. Потеря связи произошла над Южно-Китайским морем. В связи с отработкой версии о взрыве зона поисков расширена на сотни километров к западу. Следы лайнера ищут специалисты нескольких стран.